Использование глобальных сетей террористами, кстати, сегодня обсуждают и лидеры Евросоюза в Брюсселе. Там поддержали предложение создать такой механизм, который сам бы распознавал и удалял опасную информацию. Непонятно, как это будет на практике. Еврокомиссия еще в прошлом году договорилась с крупнейшими интернет-компаниями. Они будут изучать, что пишут их пользователи. И если появится сообщение террористического характера, то удалять их в течение суток. И еще из Брюсселя новость последних минут. ЕС продлевает экономические санкции против России на полгода.